Ваши голоса, собаки. Собаки? Говорю, иди убей родственников Жемчужинка. Иди убей их, дурак. Я к этому пидорасу отношения не имею. Иди повесь на себя, криминал. Здесь не пахло никогда пидорасом Жемчужинком. Здесь его не было. Я военнослужащий, ты пидор тупой. Иди убей его. Иди убей его семью. Да он. Мне по барабану. Я представляю государство, а ты хуйло! Ну понятно, еще раз говорю, ногши пидорасы. Если вы знаете, что я Жемчужинок, идите убейте его. В чем проблема? Идите повесьте его, мать. В чем проблема, ты собака москальская? В чем проблема, книга Путина хуйла? Ну это ж типа я, ты дебил. И я сам лично, видишь, призываю тебя сделать этот акт скотского Путина хуйла. Вот и скотина. Иди, его тут никогда не было. Этого твоего пидораса Жемчужинка. Так что, мокшики, работайте микрофоном. Призываю вас, пидорасы. Еще раз говорю. Я к Жемчужинку, блядь, гандону, никакого отношения не имею и не имел. Мне вообще попасть на вашего Жемчужинка и на вас. Но вы, гандоны Путина хуйла, должны работать микрофоном. Вы вступили официально в клуб Маринина, макшанских пидорасов. Макшанский пидорас Путина хуйла. Для того, чтобы, когда Путин сдохнет, ты должен тоже сдохнуть. Но чем больше ты говоришь, тем лучше для тебя. Ты быстрее сдохнешь. Поэтому работай микрофоном, пидорас. Ну, может, Жемчужинок там и вонючий заткнется. Пусть затыкается, я не против. Мокши. А моя станция называется Викинг. Фамилия моя Рюрик. Свинособаки. Позывной мой в радиоэфире. Викинг. Викинг. Запомните раз и навсегда. Как говорит РК-3 Ольга Центр. Пидорас из города Воронежа. Надо запомнить, это уже было. Уж стал повторять, свинособаки. Ну, голосом еще раз говорю. Все, что происходит в радиоэфире, записывается. Записывается, записывается и записывается. Поэтому трансляции не нужны. Не нужны. Трансляции мы и так найдем. Это не проблема. Собаки глупые, тупые, макшанские свинособаки. Мало того, у граждан Украины нет проблем посмотреть вашу трансляцию на Ютубе. У нас нет проблем со свободой слова и с правами человека. Вы голосом работаете. Это надо будет для суда. Работайте голосом. Да, 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 мокшики, мне платят деньги за терабайты. Правильно. Правильно, мокши. Поэтому, когда вы приходите сюда и начинаете скулить, вы оплачиваете наш труд. Молодцы. Так, не мешайте, подождите. Там пришел главный председатель клуба макшанских пидорасов Маринин Иван Николаевич. Так, ёбнутый танкист, ёбнутый танкист. Дайте ему микрофон. Вот, видите? Да, кстати, я же американец, да? У вас там на Russian Pidar Today передали, что вроде бы американцы бегут по Московию. Мечтаю, все американцы в США разбегаются.
Ой, так тяжело в Америке жить, да? Ай, ты собака, Макшанко. Собака. Пригороде Нью-Йорка, да, я куплю себе дом за 100 тысяч долларов. Это такой будет трехэтажный дом с бассейном, с двумя гаражами, со всеми наворотами, мебелью и далее по списку. За 100 тысяч долларов. Мокша, в твоей поганой вонючей Москве можно халабуду за эти деньги купить, а не дом. Собака тупая. Так, Мокша, вот правильно. Все, я больше не включаюсь, а вы начинаете про меня. Про Америку, про Украину, про Европу, там, давайте про Брекзит, короче, там, как все будет разрушаться, какие там долги у США, что американцы... Ну и далее по списку, давайте. Трамп ваш, Крым там ваш, ну и далее, давайте. Мы слушаем, записываем, давайте. Все, а я молчу.